Сегодня у нас 1 июля, суббота, шаббат, и вот такая приятная встреча в парке. Пришел записывать видео, и вот два евангелиста, там еще и нет, два, наверное, еще кто-то, вон сестры, видимо, тоже верующие, да, с церкви. Славит Бога за Его любовь. Парк молодежный на Троищине. Молодцы. Не знаю, что за церковь это, с какой церкви, но молодцы, конечно. Славят Христа, славят Бога. Да, слава Богу. Шалом, шаббат шалом. Да, и вот так замечательно, что придя в парк, слышишь Слово Божье, слышишь свидетельство. Я думаю, они вот, я даже не знаю, они только начинают или эту евангелизацию, или уже завершают, не знаю. Может, будет время, если они не идут еще, то подойду, познакомлюсь. Хотя, в принципе, неважно, с какой церкви, конфессии, деноминации, самое главное, чтобы прославлялось имя Господа Иисуса Христа, чтобы обращались люди к нашему Небесному Отцу, Богу Небесному, Богу Святому, который возлюбил мир и отдал Сына Своего. Эта суббота, получается, завершающая в этой поездке, и эта суббота, завтра уже утром, в воскресенье уезжаю, вот, и но буду продолжать молиться за Киев, за Украину. Вот, и следующий уже приезд планируется на конец сентября. В конце сентября и начало октября, получается. Вот, самый конец сентября это уже это в Николаеве. Потом с 1 октября это уже в Одессе в самой и Одесской области буду. Потом Умань и снова сюда, снова в Киев. Вот. И уже на протяжении октября месяца
до самого 31, до 31 октября. В общем-то, до конца октября буду здесь, в Киеве. И потому что 29, 30, 31 октября, как я уже говорил неоднократно, у нас будет собор проходить. Ну, в общем-то, это Вселенский собор, потому что это не только там нашей церкви, или не только там православной конфессии вообще, как направление течения христианства, но и в целом это для всего христианства, это Вселенский действительно собор, потому что по всему лицу земли, так или иначе, вот с 29 числа, однозначно с воскресенья последнего октября и 31 октября, по всему лицу земли, по всем странам, континентам, миллионы и миллионы, миллиарды христиан будут прославлять Бога и благодарить Бога за реформацию. Слава Богу. А вот потому что я верую в Бога. Хорошая песня, старая песня. Я слышал ее у баптистов, у бесятников слышал, у адвентистов слышал на встрече. Замечательно. Я не помню всех слов, но вот это вот, что хорошо, что верую в Бога. Молодцы, конечно, проповедуют. В Киеве в этом плане благодать сейчас вообще, последние эти годы, что просто действительно звучит Слово Божье везде. В любом парке, на любой площади, улице выйдешь, видишь евангелистов. Я хочу показать снова, записать братьев и сестер. Любящим боги поют. Молодцы. Потому что я верую в Бога. Потому что я верую в Бога. Да, вот и замечательно тоже. Может, еще какие песни исполнят, псалмы, чтобы поклонение, не только храмовое, церковное служение, а вот такое уличное служение, прославление, хвала, это просто замечательно. Я когда-то еще... 98-й был год, наверное. Видел сон, что действительно, вот видел Киев, и здесь везде прославлялся Христос, прославлялся Бог. Зашел в троллейбус, а в троллейбусе, да, возле дома, возле подъезда какого-то, молились люди прямо на коленях. Вот, зашел в подъезд, зашел в троллейбус, и там люди, кто-то Библию читал, кто-то кого-то спрашивал, кто-то на коленях стоял даже. И никто, и другие люди, я-то удивлялся, конечно, во сне, а другие люди, пассажиры, они даже внимания не обращали, то есть для них это было нормально, что вот на коленях стоит человек, и пока троллейбус едет, он молится, обращается к Богу. Вот такая история интересная была, да. Да, потом зашел и возле метро там, значит, там только прославление, и вообще настолько удивительно, прям такая атмосфера присутствия Божьего. И когда уже зашел в метро, проснулся. Вот так вот. Интересно. И потом проснулся, когда уже, ну, вообще реально проснулся, да, то после того сна, то, конечно, долгое время был под впечатлением большим этого сна. И я понимал, ну, как бы уже с того времени,
я понимал четко, что здесь в Киеве будет огромное пробуждение, огромнейшее пробуждение, неслыханное, невиданное пробуждение. И в принципе к этому все идет. И оно как бы с каждым годом набирает силу здесь, это духовное пробуждение, невероятное пробуждение, слава Богу. Церкви, миссии, вообще, слава Богу. Душа украинского народа, она такая очень ширая, ширая, она очень открытая для Божьего Слова, для Христа, для благодати. Это очень, ну, для меня великая честь вообще соприкоснуться с украинским народом и стать частью его тоже, потому что я хотя не украинец по крови, но украинским являюсь священнослужителем, реформатором и архиепископом киевским. И для меня великая честь быть частью этого пробуждения, огромного пробуждения. Слава Богу. Слава Христу. Пусть Бог благословит. Да. И действительно, мы тоже так вот проводим такие, когда евангелизации, то вообще вот, когда участвовал я в таких служениях, и наша церковь, и в нашей церкви, когда проводили такие, проводим такие евангелизации, то в этом особое воодушевление. И вот когда проставление, молитва, вот, также молитва за исцеление, освобождение людей прямо на улице. Слава Богу. Благословение Господне всех вам. И уезжаю с Киева именно уже завтра, как я уже говорил выше, с молитвой о городе, с молитвой, с продолжающейся молитвой о Киеве, о Киевской области, об Украине. Во имя Господне молюсь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. На веки слава Богу Святому. Аминь. Из города Киева, с Троещины, с парка молодежного. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Сегодня 1 июля 2017 года. Шалом. И еще раз понаслаждайтесь евангелизацией уличной. Пусть Бог благословит этих братьев, сестер, участников этой евангелизации. Молодцы. Очень приятно видеть евангелистов, миссионеров, служителей на Ниве Божьей. Господи, благослови их. И благослови, Боже, всех трудящихся на Ниве Твоей. Отче, открыл мои очи, стали светлыми ночи. Я помню эту песню, но не до конца. Милость. Знаю, любишь. Знаю, любишь ты меня. Твой огонь любви небесной бьется в моем сердце песни, бьется этой песни для тебя. Прекрасные слова.